нечем. Настроение боевое. Рассчитываем на улов. Минимальный сбор. Итак, сегодня 10 апреля. Мы снова в степи. Вторая серия наших фильмов о сморчке степном 2017. Доброе утро. Это наш первый, я с женой сейчас общаюсь параллельно, первый гриб. Какие эмоции меня переполняют. И что же мы нашли, Вячеслав? Мы нашли красивый гриб. Как он пахнет. Ой, как он пахнет. Ну все, я понял, как он выглядит. Продолжаем сбор сморчка. Ну что же, продолжаем сбор сморчка степного. Прошло уже полчаса. Как мы здесь. Замечательное поле. И сейчас тем более дождик выпал. Я думаю, в течение недельки еще здесь сморчка будет немерено. Дорогие грибники, 10 апреля, прекрасная погода. Мы собираем сморчок степной. Вот он, замечательный. Красивый, прекрасный сморчуня, степиколочка. Замечательный гриб. Продолжаем мы сбор грибов. Красавцы, прекрасные экземпляры. Еще есть. Кстати, поле довольно черноземное, не глина, скажу я. А гриб отменного качества сегодня, 10 апреля. Уважаемые грибники, а теперь я продемонстрирую сбор грибов сегодня, 10 апреля, на сгоревшем участке степном. Вот, пожалуйста. Грибы стоят даже там, где был когда-то пожар. То есть, вы видите такие участки, не проходите мимо. Посмотрите, нет ли на них грибов. Вот такие прогреваемые места находим. Есть такой кустарничек, но не совсем степь, больше поле напоминает. Но тем не менее, грибы есть очень хорошего качества сегодня, твердые, не сухие, как в первом. Замечательно. Замечательная грибалка сегодня. Мы находим. Сморчок есть и есть. Сезон начался, дорогие грибники. Все в степь, в лес. А теперь, дорогие грибники, ваше внимание, вот такая травка. Открываем травку. Там стоят сморчки. И не один. Травка очень высокая. Ну, несмотря на это, сморчок не попадается. Итак, что же Вячеслав нашел? Это гриб, называется... Сморчок степной. А по-итальянски? Марчелло степиколла, брависсимо. Итак, ваши эмоции сегодня?
что вы хотите сказать по поводу грибного сезона 2017 весна? Это будет итальянское блюдо, марчелла, запеченное в кляре с соусом. Ну что же, я по-итальянски скажу «белиссимо» и закончу наш сегодняшний репортаж 10 апреля с Донецкой степи. Мы сегодня собирали сморчки. У всех более 6 килограмм сегодня. Хоть его сморчка. Можно есть сырым, кстати. Да. Вот, пожалуйста, Алексей сейчас попробует.